Честь всім! Слышиш Алексея Халецького? Це означає, що ти на каналі Льоша Гра. То континуація пшейша для Польщі на останнім позйомі труднощі. А я граю я за Польщу. І взагалі Єдвіга. Тобто, наверное, стоило мені не тільки по-польськи говорити, але й пол ще поміняти, щоб взагалі соответствовать. Но, тем не менее, если вы вдруг не видели начало, случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. А тут мы продолжаем католичество разносить по миру. И вот сейчас я борюсь с православной Грузией. По-моему, прикольно. Я католик. Против православных все историчненько. Так, давайте, в общем-то, что-то делать. Значит, у нас вот это нападалка. Малое поражение будет, но ничего. Тут мы сейчас его прибьем. Так, местами поменяемся. Да ладно, выжил. Ну там просто у него плюс 20, на самом деле. Блин. Вот это не очень хорошо. Вот это очень не очень хорошо. Потому что тут еще есть апостол у нас. У него, точнее, у нее. Пока, видите, я не распространяю по городам. Я борюсь с апостолами Грузии. Потому что убийство апостолов тоже распространяет религию. Ну и параллельно тут исследую территории. Единственное, что меня беспокоит, это возможность того, что Грузия мне объявит войну и начнет моих апостолов резать просто юнитами. Но это, мне кажется, произойдет только тогда, когда я действительно начну ее города обращать. Хотя вот у меня уже приехал апостол, на 75% снижает влияние, который... И мне его надо к Тбилиси вести, я так считаю. Там я начну. Так, и вот этот с силой на 20 тоже нужный. Блин, надо было его подвести. Ну, он бы все равно не смог проатаковать, правда, не хватает ему тут силы. Так, этого высадим, наверное, сюда. Так, где-то у меня тут еще к кельтам шли. Вот еще у нас апостолы имеются. Грузинский. Давайте вот этого попробуем завалить. Да ладно, а что это он прекратил? Вот что за показ перемещения? Было написано, что он аж сюда может дойти, он встал здесь. Хотя никакой зоны контроля тут нет ни у кого. Трындец. Так... Давайте, наверное, попробуем вот этого проатаковать. Есть. Так, как тут? Первый католик. По-моему, я тут первого апостола убил. До этого еще не было тут никого. Не убивалось. Лян из Быдгоща убрали, да ё-мо. Это, блин, этот сидит, вот этот египетский шпион, тварина. Ходит, меня губернаторов убирает. Так, я могу как-то ей сказать? Нет, не могу никакие требования ей выдвигать. Плохо. Так, избирательное право, это мы демократию, это мы четыре... Четыре этих построили канализации. Так, тут мы театралочку закончили. Инженер этот я не хочу. Да, вот этот парень прикольный. Дает две косметики. Ну, давайте, наверное, все равно пока... Там у меня где-то идет... А, продуктовый рынок. Слушайте, давайте продуктовый рынок построим. Чтоб город рос.
Аквариум. Так, тут у меня, значит, аквапарк. Или еще не влияет, подождите. Я вот не помню аквариум. Да, бонус удовольствие распространяется на все города в пределах 9 клеток. Отлично. И плюс наука за каждую клетку с прибрежным ресурсом. О, еще эти начинают... Подождите, может, мы тут передать тогда вот этого краба, например? Сильно это на познание вообще повлияет? И просто эта наука будет даваться еще. О, у меня уже 309 науки. Ну, у Конга больше, но мне как бы это... Я ж не в научную победу, да, пытаюсь тут. Так, здесь он достроится еще. Там тоже будет наука даваться. Исследовательский грант. Давайте продуктовый... Хочу здесь сначала продуктовые рынки достроить. Тут у нас еще интересная ситуация. Мне надо еще 5 ходов в Сиане держать католицизм. Тут я, кстати, могу что-то сделать. Так, давайте, значит, добиваем этого апостола. Важно, что китаец уже не может нанимать практически. Так, сейчас мы с утроенной силой. Давайте попробуем еще этого мочкануть. Во, в Диадуне уже... Да, он не может нигде нанимать новых апостолов, потому что у него осталось даосизм только в Ханьдане, в котором нету вообще священного места. То есть вот это его, скорее всего, последний апостол, кстати. И в Сиане у нас сейчас 14 католиков и ни одного даосиста. Потому что наблюдали со стен города, как мои апостолы посохом по его апостолам хреначили. На. И я получу... Вот мне, кстати, интересно посмотреть, когда это закончит. Тут, влияние религии цели на ближайшие города резко усилится. Мне бы узнать, резко это насколько. То есть вот надо будет следить, когда оно закончится. Ну, например, тут 41, да? То есть это как-то увеличится... В общем, резко это сколько? Так сколько вообще... До сизма сколько городов осталось? 3. То есть Ханьдань, Самарканд и Наска, очевидно. Пошли их чистить. Еще вот этого бы апостола, конечно. О, на 75% снижает. Отлично. 75%. Так, тут уже хорошие апостолы пошли. Ну, с хорошей прокачкой. Отсутствие Еревана, конечно, уменьшает качество религиозной победы. Потому что ты не можешь выбрать нужную тебе прокачку. Но тут, я смотрю, вот уже начало появляться те улучшения для апостолов, которые мне нужны. Что на 75% снимает влияние других религий, это очень круто. И обратите внимание, что компьютер не соображает, что ему нужно инквизицию создавать. Потому что инквизиция очень легко помогает бороться с чужой религией. То есть вам нужно всего лишь одного апостола, чтобы основать инквизицию, а потом вы покупаете инквизиторов, которые стоят как миссионеры. И они делают, не распространяют как бы вашу религию, а убирают из ваших городов чужую. То есть вам достаточно просто, если сопернику нужно апостолов на самом деле покупать, потому что миссионерами очень сложно переделать чужие города, у которых уже распространена религия, то вам достаточно инквизиторов, и вы просто очищаете города от чужой религии. То есть вам, грубо говоря, меньше требуется религии. Так, это на что он прокачан? Ага, с утроенной силой. Ну, тоже, да. Ведем. Я думаю, мне сначала надо именно Грузию обратить.
Ну и параллельно еще открываем территорию. Нам непонятно еще, куда конкретно двигаться надо. О, блин. И тут не хватило немножко, чтобы добить. Так, пошли дальше немного тут. 4 из 4. Ну, давайте смотреть. Вот я очень жалею, что вот этого... О, встретил. Вильнюс. Кстати, как-то у нас там с затоплением дела. 10 ходов первая фаза пойдет. А я все еще не вижу, где дамбы, да? Очень жаль. 3 армии или армады на Уран. Очень жаль, конечно. Так, это я Болонию пришел обращать. Что я там задание давала. Какой-нибудь католицизм есть? Пока только... Ну, в принципе, мне кажется, за 3 действия обратиться Болония. Там тоже она квест давала. Так, Норвегия меня осуждает. За что? За то, что я толик-католик? Блин, Инди какие-то... Какую-то фигню требует. Там война, походу, у кого-то с кем-то. Союзец с Вавилоном истек. Продолжим. По-моему, неплохой дружбан. Я религиозный, кажется, с ним делаю. Потому что он моей религии. А, и там какой-то бон... Я аж плюс 10 даже от этого имею. Религиозного союза к моим апостолам. Тоже важно. Все-таки по 3 уровню интересно. Надо к нему несколько караванов отправить, чтобы быстрее 3 уровень набирался. Что вот это мне непонятно. Плюс 1 вера за каждого вашего гражданина. Неужели так, такая сверху вера будет еще? Так, продолжаем Болонию. 6-3-2. 5... 4. Ой, следующим ходом реально Болония может уже стать. Наверное, рыбку давайте лучше обработаем. Или тут производство лучше. Давайте. Ну, лесопилку лучше поставлю. Плывем. 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 Да, вот чем мне еще не нравится просто вот эта религиозная победа и культурная победа, потому что тут требуется куча микроконтроля с юнитами. В этом случае апостолы, в случае культурной победы эти рок-группы. Так, ну тут надо отойти будет. Блин, еще один. Так, я бы вот этих апостолов пока поубирал. Офигенные эти тоннели. Куда? Так, этот лечится. Поубирал, чтобы китаец не мог их убить. Этим бы... Блин, вот этого он может убить все равно. Этим я, наверное, тут постою и этого сюда поставлю. Так. Ничего пока распространять там не буду.
Так, я продолжаю исследовать территории. Пока не начинаю Грузии распространять религии в Грузии. Ага, вот тут можно попробовать. Добирается вообще, по идее, да. Отлично. Смотрим. Уже по 2-3 последователя чисто за убийство апостолов. Тут нету прохода, тут какие-то прям стены. Вот этим. Могу атаковать? Нет, жаль. Но вот этот имеет плюс к силе. Было бы круто им, если бы можно было. Ладно. Давайте сюда. Тут тоже, видите, через реку, к сожалению. Поэтому только вот этим проатакуем. И, наверное, этим. Есть. Еще по два. Знаете, что, какой минус еще у механики? То есть, прикол в том, что, например, я убиваю... Вот, смотрите, вот этот город в протестантизме, этот город в протестантизме, да? Я, типа, мои апостолы... Ну, давайте так, не убиваем, но развенчиваем мифы апостолов православия. Какого хрена католицизм так распространяется в городе, в котором главенствующая религия протестантизм? То есть, как бы, протестанты такие... Вау, круто. Хотя, как раз протестантских апостолов... Вот я считаю, что было бы правильнее по механике, если бы, например, вот город в протестантизме, то есть он реально принял протестантизм, не когда тут, там, например, одинаковая религия или там атеизм, то есть вот когда город в какой-то конкретной религии, то в него от апостольских баталий другие религии не распространяются, если это не битва вот с апостолом той религии, к которой город принадлежит. А так получается, я благодаря битвам с грузинскими апостолами обращаю города вообще других религий в свою. Почему? Ну тут считается какой-то в каком-то радиусе от битвы, по-моему, 6 клеток. Как тут обычно сделано. Ну, в общем, это, по-моему, читерство, которое облегчает жизнь во многом. Так, вот этого апостола... Так, он что делает? Ладно, пускай он постоит. Если он убьется об этого, то я буду не против, в принципе. Просто пока еще не хочу... Вообще надо вот этим уже начинать обращать. Вот сюда остановимся и понеслась. Все боговые воды наши обычаи, то вправлю я мешать этому. Все, Тбилиси уже... Ладно, давайте этого использовать таки. Плюс 4 к счету эпохи. Может, еще кризис вылезет, который увеличит силу города? Так, а это с утроенной силой распространяется. Отлично. Так, потом мне надо будет, наверное, в Руставе отправить этого парня. Потому что в первую очередь надо обращать города с большим количеством населения. Туда пойдет. Сколько в Тбилиси моих... Теперь последователи 9-6. Ну, кстати, он может мне убить этого апостола и вернется туда католицизм. Какие-то поселенцы тут ходят. А, я уже ходил этим. Сорян. Это египетский город. Ну, потом мы так вот волной пойдем на Египет. Тем более, что у Египта нету своей религии, да?
Индия, Китай, Норвегия, Польша, Грузия, Германия, Швеция. Да. То есть мне Египет и кельтов обратить, они дружочками со мной станут. Да, тут, кстати, тяжелое место для высадки. Очень много рек и холмов получается. Хотя инков обращать еще сложнее было, когда у меня закончилась эта прокачка на апостолов. Опять же, повторю, главное, чтобы Грузия мне войну не объявила тогда, иначе будет трындец. Ну, давайте, наверное, распространю еще на Тбилиси здесь апостолом. Надо держать в тонусе. Мне кажется, нет, когда он убьет одного апостола, не должно вернуться. Вера. Так, обратим Рустави. Ну, вот это у меня основной, на самом деле, вот это самый главный апостол. Интересно, понимает это компьютер? Вот, точнее, вот этот и вот этот. То есть я этим просто убираю всю религию, этим тройничок хренак, и уже наоборот мою религию тяжело убрать. Морской порт. Так, когда у нас Лян там 3 хода? У Пенгала еще 2 хода возвращается. Блин, вот кельт, кстати, скорее может объявить войну, потому что Грузия все-таки типа миролюбивая, а кельты не очень. Что, всего лишь тут проатаковал? Зашибись. Ну, это смешно. Конечно. Так, ну вот я и в Золотом веке. Алюминий открыли. Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook. Трех послов получили. Так, Конго думает объявить войну Норвегии. Угу, алюминий есть, в принципе, окей. Ой, давайте купим тут рабочего и обработаем. В Варшаве куплю. Денег дофига. Ну, хотя и строители дофига стоят. Так. Сколько до конца? 8. Дружим, конечно, со всеми. Я со всеми хочу дружить, чтобы мне никто не мог войну объявить. Вот союз только не хочу с ним заключать. А какой вообще остался союз? Можем ли мы с ним научный? Ну нафига мне научный с ним? Так. Что у нас тут? Как бы нам этого апостола приговорить? Ну, блин, я не знаю даже, что тут Китай может сделать, он ничего уже не может сделать. А где тут священное место? Поможет мне переводить уже в ту сторону ближе, или я пойду этими апостолами. Ух ты, плюс 21 идет. Плюс 6 соседства. А так, слушай, я не видел, что когда выбираешь религиозные юниты, показывает, сколько священное место вообще религии дает. Плюс 20. Ну, это вместе с созданиями, конечно. Да, круто. Ну, вообще у меня плюс 600 уже. Валит. Так, вот этого тоже спасаем. Ну, тут даже не то, что спасаем. Мне не жалко, если их убьют. У меня есть еще место под
реликвии. Я не хочу, чтобы распространяло. При убийстве в данном случае будет распространяться. Еще в Грузии я могу это потерпеть. То есть здесь я этого терпеть не намерен. Окружим. Так, постою. Продуктовый. Ну, центр вещания, пожалуй. А если я поставлю сюда еще, это добавится? Нет, ладно, пускай растет лучше. Быдгыщ. Так, тут колесо обозрения. Аквариум. А пригорода я тут не поставил, да? Ну тут пока... Ну вообще надо бы. Чё, некуда? Прибрежные клетки лучше в рот слово дать, потому что у него полностью построенная вся гавань застроена. То есть он имеет больше клеток с морских. Ладно, давайте аквариум. Пока потом военную академию. Что-то пригород. Ну, сядет пока пингало, это добавится жилье. Продуктовый рынок в Варшаве. Ну, рост тут есть. Так что биржу лучше. Подводная лодка. Сразу объединил. Это, конечно, венецианка, классная штука. Первый в мире флот, класс. Компьютер даже не догадывается, что можно корабли объединять, прикиньте. О, плюс 3 производства. Тут просто производства нету. Что это норм. Так, Болония становится. Нет, следующим ходом. А может и нет, кстати, еще и не следующим. Тут для того, чтобы Болония стала, то есть надо 6 последователей. Ну, то есть большинство должно быть. Не просто больше, чем другой религии, а конкретно большинство, больше, чем 50%. Так, тут лечится. Блин, да где же эта дамба? То есть, очевидно, где-то тут, да? Или в информационных, господи, дайте глянем. Я не помню, в какой техе у нас дамбы. Так, нет, не дамба. Плотина. Вот. В компьютерах, а компьютеры у нас... А, слушайте, откроется, если я с 8 ячеек... То есть, блин, я не хочу тебя крачу. Вообще, в эпохе атома. То есть, вот тут где-то, вот одна из этих двух. Блин, ну, пойду, наверное, вообще войсковую, пожалуй. Или нет, давайте ракетостроение. Откроем. Мне не так, что прям уран сильно нужен. Здесь пойдем дальше в мобилизацию. То есть я могу уже принять... А, нет, ничего, я ни коммунизм, ни демократию не открыл. Хорошо, что мне из этого... Ну, я не буду пока это принимать, так? Какие мне тут карточки? Хотелось бы. Международные... рыночные... Слушайте, вот это интересно. Ваши международные торговые пути дают за... Плюс 1 за каждый разработанный редкий ресурс в пункте назначения. И потом еще плюс 2 культуры и плюс 2 науки. А у меня в 7, то есть 12. Это будет, например, тупо плюс 24 культуры и науки. Это 8% от культуры и почти 18% от культуры и 8% от науки. Ну и плюс денег еще сверху дофига. Да, я бы в капитализм пошел. Так, хорошо. Дальше какие мы тут проекты делаем?
Инженер дает довольство для этого города и жилье. Кстати, неплохой инженер. И мне как раз для всемирной выставки надо проекты... А, любые проекты вообще. То есть торговца я сейчас все равно получу. Очевидно. Этого я вряд ли получу, но я не собираюсь в науку, в научную победу. Вот инженер мне интересен. Давайте. Кстати, я забыл, что я хотел... Точняк, я забыл, что я хотел... вот так сделать. Статуя свободы сюда. Так. И мы сразу заканчиваем. 1200 должно было забраться у меня. По-моему, больше забрался. По-моему, 1000... У меня, по-моему, 2700 тут было только что, нет? Так, теперь работаем с апостолами. Вот у нас тут у Рустави. Появляется апостол. Но я думаю, можно побиться здесь. Все равно туда пройти. Так, ну что, двумя я только апостолами смогу его проатаковать. Значительная победа написана. Двенадцать три вообще в Тбилиси. Так, вот тут проблема из-за того, что он стоит апостолом. Хотя нет, подождите. Так, вот этого надо завалить. Вот этим не атакуем, потому что он в три раза больше распространяет религии. Давайте вот так сделаем. Должны завалить, мне кажется, этого. Отлично. Так. Этот идет к Руставе. И убираем православие в Руставе. Так, смотрим за остальные города. 7-7-7. О, горе надо, значит. Сейчас мы все православие из Грузии выбьем. Всю дурь, так сказать. На удивление, на самом деле, очень как-то лайтово компьютер пока реагирует на это дело. Так, посмотрим, что у нас тут в Китае. А, я уже подошел тут, все, значит, все. Так, что у кельта? Блин, жалко, не могу им проатаковать. Ладно, этим начинаем распространять.
этим обходим тут. Сюда, наверное, дальше пойду. Этим меняемся местами, атакуем. И этим распространяем. Так, с этой стороны какие у нас еще есть апостолы? Сюда пойдем. Ну, Телави уже просто тоже сам обратился. У меня уже три города, да? Да, ну, конечно, влияние все еще низко. У меня, видите, плюс 4, а у православия плюс 36. Ну, это понятно, что просто тупо все вокруг города православные. Но если так сейчас дальше пойдет, то, конечно, я очень быстро тут все зачищу. На самом деле, если вы играете против живого человека, и, например, ну вот, он пришел, у вас есть религия, но не так много веры, я не рекомендую драться апостолами. Пускай вот он обратил ваши города, обращает, вы можете где-нибудь своих апостолов скопить, он наобращался, закончил, вы пришли обратно, все вернули. Просто... Если у него много апостолов, и он начнет убивать ваши апостолов, да, то он, не тратя, грубо говоря, заряды, обратит ваши города, а потом еще добьет, как раз обратив ваши города. Ну, собственно, что я сейчас и делаю. Видите, я сначала занимаюсь тем, что с апостолами дерусь. Восемь, два. То есть, может, этим просто горе пообращать? Я не хочу туда возвращаться. Тут много зарядов, я думаю, он смогет. Не хочу возвращаться вот этим апостолам, слишком долго идти. Я лучше дальше типа им пойду, понимаете? Там очищать какой-нибудь Ахалкалаки. В Кабуле 12 жителей. В Вильнюсе 11. Лучше эти города обращать. А где у него священные... Ну, вот, еще важно обращать, кстати, те города, где священные места. Потому что если город обращен, он уже не может покупать апостолов своей религии. Он будет покупать апостолов вашей религии. Что приятнее намного, конечно. Да, вот этим тоже. Давайте... Надо горе обратить, потому что, видите, священное место тут. И хотя бы убрать. То есть, как вы понимаете, нету религии, невозможно ничего... Это дипломатическое, да? Невозможно никого нанимать. Ну, вот этого можно уже полностью использовать куда-нибудь, потому что три... У него нету вообще хитпоинтов, я им, конечно, воевать не собираюсь. Никаким образом. О, а вот и последнее чудо, кстати, не... Слушай, так больше чудес. Я думал, барьерный риф последнюю. Так что, 7 чудес? Может, вообще все 8, которые я поставил, появляются? Дайте-ка еще раз проверю, что чудес природы уже 7 на карте. На 11 не обращать внимания, потому что это клетки считаются. Значит, давайте. Торрес дель Пайне, раз... Эйеф Ядвила Кудаль 2, Везувий 3, Большой Барьерный Риф 4, Бухта Халонг 5, Чан, как он называется, Джанье Данся 6, Килиманджаро 7, да, уже как минимум 7, а я думал, от половины участвующих будет считаться, окей, так. Ватикан, Наска, Лавента у нас засоюжены. Болонья. Хочу получить в Болонье посла. Давайте. А, я уже делал? Блин. Тогда отправляем в Аншан.
3. Потому что у меня лабы уже есть. Пускай наука валит. Куда еще? Самарканд. Там на биржу влияет, да? Давайте в Самарканд. И двух послов оставим, потому что в баллоне будет плюс один. И сюда отправим еще... Окей. Все, зашибись. Ничего все еще не меняем в нашем... В наших курсах. Смотрим. Ну, меня грузин волнует, конечно. То, что тут какие-то... Откуда вот эти прибыли, ребята? Где-то... Блин, я офигею. Где-то плавали эти апостолы китайские. О, это я поломал, господи. Думал, я поломал. Мне поломали. Так, Лян все еще не может вернуться. Слушайте, ну это тут три апостола, это не очень хорошо, но тем не менее, я так понимаю, я не знаю, как Сиань можно перекупить. Вообще, вот этого можно попробовать. Не, тяжелое поражение, видите, написано. А тут значительная победа. Ну, это, видимо, прокачано... Да, участник дискуссии. Ну что, попробовать? Проатаковать. Ну не убьет же он меня двоих. Даже если убьет двоих, то не должно хватить, чтобы Сиань обратить. У меня вот вообще ноль. Просто ноль. Два хода мы еще ждем. Вообще, по-моему, даже один ход. Потому что, смотрите, 2 из 11 должно быть, да? Ладно, посмотрим. Не знаю, как тут считается. Странно. Нужен ли нам... Что нам тут нужно? Мы продуктовый построили, город растет. Это мы ничего не строим. Ну, центр вещания давайте. Что у нас тут с великими людьми? Торговца заберем. А, нам бы... Да, ладно, если этого инженера такой заберет, пофигу. По всемирной выставке мы лидируем. Отлично. Так, Болонья обращаем. Есть, получилось. Значит, добавляем сюда двух апостолов. Давайте я в Гнезно куплю строителя еще. Ну, надо еще как минимум раз, два, три. Да тут дофига еще клеток обрабатывать можно. Здесь я купил рабочего для алюминия. Тут мы возвращаемся лечиться. Подлодочка. Ну, я пока подлодочку подержу в своих границах. Она у меня в будущем апнется в атомную подводную лодку, чтобы ядерки бросать. Ну, знаете, эти... Ядерные католики, вот это вот. Так, минус еще один апостол у кого-то. О, слушайте. А давайте этого тоже замочим. В сортире. Так, минус 200. Причем тут как раз протестантизм мне важнее убирать. Да, кстати, ну, я в прошлом этом... В прошлом ходом говорил, что типа влияет... Понятно, что вы убираете ту религию, которую на апостола, которого вы убиваете. То есть, видите, сейчас я убрал протестантизм. А убивая, например, православного апостола, вы убираете православие, а протестантизм не убираете. Но все равно получается, что вы влияете на этот город протестантский и перевешиваете протестантизм в итоге. Не знаю, может быть, ну ладно... Чтобы не вообще не влияло, но чтобы нельзя было перевысить количество
другой религии, понимаете? Что я пытаюсь сказать. Так, вот тут еще у нас один протестант. Так, а если я подведу? Ну, тут бонус соседства начинает работать. Ладно, я все равно атакую. Не хватает. Подожди, да должен... В смысле? Почему он не атакует? Вы можете мне объяснить, почему, во-первых, игра хочет, чтобы я вот так походил? Это какой-то бред, подожди. Я, кажется, понимаю... Нет, Серёг, перемещение 2. Я не понимаю, почему он не атакует этого. Серьезно, странно. У меня 2 перемещения, я должен мочь вот так. То есть я понимаю, что по дорогам, но я... Какой-то бред. Да. Какой-то глюк у игры. Я не понимаю, почему игра мне не дает так вот проатаковать, хотя у меня 2 очка перемещения есть. И я этим юнитом никого не атаковал, в общем. Ой, вот это мисклик сейчас был. Здесь. Значит, сначала берем вот этого парня. И идем к Мцхетте. Кстати, сейчас мисклик был, но я правильно сюда встал, чтобы, собственно, Грузия не могла здесь создавать апостолов, у которых, я так понимаю, у них тут сильнее будет. Если они будут находиться в священном месте. Хотя тоже не очень понимаю, как там это все высчитывать. Так, горе обращаем. А пошли дальше к Утаиси, наверное. Тут уже не особо... А что тут Египет строит? Кампус. Кампусы коммерческие. Ну, нормально. Да, конечно, игрок бы моих всех апостолов уже поубивал нафиг. Просто юнитами. Это вот проблема, собственно... Когда с живым игроком играешь, очень простая возможность есть как бы отбиваться. Но тут важно, чтобы у других игроков тоже религия была. Все равно. Так, надо бы мне еще, кстати, апостолов покупать. Я вот думаю, может мне уже теми апостолами к Швеции пойти? О, смотрите, что происходит. Давайте, может, со шведами мир заключим? А, она ж там... У нее ж там эта проблема была, что она что-то с меня кучу денег хотела. Кстати, давайте проверим, что... А вообще у меня один слот только под реликвии, нету смысла проверять реликвии. Так, это тройное, да? Давайте я, наверное, здесь обращу. Потому что тут 8-6 всего будет, теперь смотрите, как станет. Оба, 11-4. Вот это уже я понимаю, вот это грузины, католики. Интересно, оскорбляет ли зрителей грузин, что я их страну делаю католической? Хорошо, мне Россия не попалась. Вообще было бы, наверное, все, меня бы уже новичком травили. Так, сколько у нас тут? 15-3. Я думаю, этого 4-3. Давайте в Телаве пообращаем. 5-2. Вот это... поприятнее. Блин, не пройти. Ну, в Лахор давайте. Не знаю, ну, я эти обращаю города-государства, чтобы они влияли на обычные игры. Понятно, что мне для победы религии мне не надо вообще города-государства обращать.
но они дают влияние на другие города. А это значит, что надо обращать. О, в Ахалкалаке священное место есть. Ладно, поработаем. Так. Ну, идем сюда куда-нибудь. Тут не особо важно. И тут дальше исследуем Египет уже. Слушайте, а Грузия с кем-нибудь воюет вообще? А, уже ни с кем. А кельт с Германией. Ну, по-моему, там далековато находится. А норвежец тоже с Германией. А, поэтому у нас такие плохие отношения. Ну ничего, вы станете католиками. Все. И у нас отношения улучшатся. Это, в общем-то, лайфхак для тех, кто ищет себе друзей. Принимайте какую-нибудь веру и ходите на собрания. Ну что, может, Тунсу пообращать? В принципе... Блин, надо было начать обращение. В принципе, она тут как раз... влияет на все, что тут происходит. Центр вещания в Быдгоще, Лян все еще нет. Гавань, канализация. Ну, вообще, кстати, канализацию можно 18. Или лучше проектики пока почитать. Не, канализацию. Давайте, пускай будет. Так, вот в Познане проектик можно в исследовательские гранты. 360 науки. Ну, у Конго, правда, 450. Так, вообще надо там смотреть, что у чувака в плане победы наукой. О, уже запускается спутник. Вообще, кстати, очень быстро как-то. Выполнили задание. Так, покупаем апостолов еще. Блин, уже под 500 стоят апостолы. Ну да, тут... максимум 6. Видите, можно... У тебя 3500, а ты только 6 апостолов можешь купить. Так, вот тут меня, на самом деле, меня сейчас больше Китай волнует. Не, все норм. Вот кельт начал что-то в науку. 316. За каждый университет плюс 4 великих ученых за каждую лабораторию. Может поставить? Интересно, есть вот такая же карточка на... А, ну фига мне какая карточка на пророков. Как раз не нужна. Что у нас тут с трудами? Слушайте, как-то маловато слотов под реликвии. Я такого никогда не говорил, по-моему, в своих играх, но реально маловато слотов под реликвии. Ну, смотрите, не должны допустить перехода города Сиань в религию державы и двигать в течение 11 ходов. То есть, если бы Сиань 11 ходов был не католическим, они бы победили. Но у кризиса остался один ход, а им 2 хода надо еще.
Ну, очевидно, что они уже этот кризис про это самили. А, не получается убить. Блин. Фигово. Вот я, как не знаю, следующим ходом закончится или через один. Давайте проверять на всякий случай. Как бы я хочу увидеть, насколько влияние будет работать. Значит, на Сиань 37. Влияние. Так, канализацию мы тут завершили. Ну, теперь давайте инвестиции в центр коммерции. Следующим ходом я великого торговца заберу, очевидно. Стоит ли мне дальше на Болонью распространять? Или лучше... Давайте я лучше поплыву Индию рассматриваю этим апостолом. Не думаю, что там ход... Хотя могут эти ходить апостолы индусы именно что. Так, этот у нас парень вылечился. И он чисто, опять же, 100 золота, но... Давайте пока вернем в Китай. Так, вот тут убьют мне, очевидно. Так, слушайте, я вот думаю, может уже этих именно что в Индию отправлять. Давайте посмотрим, какие тут прокачки будут. На 2 раза больше. Опять хреновые какие-то. Хотя, конечно, меня больше православие волнует. Но мне же когда-то надо будет... Вот, плюс 20 религиозные баталии. Мне же когда-то надо будет все равно Индию и Швецию обращать. Впервые проходя мимо чуда. Да, давайте отправим сюда сразу. Так, 2,5. Тоже мимо чуда, значит, тоже сюда отправляем. Ну, этих точно к индусу, вот, которые мимо чуда проходят, потому что как раз там сразу индус недалеко, на 2 раза больше. Это какие-то хреновые пока улучшения для апостолов. И плюс 20. Хотя, вот плюс 20 к теологической баталии в данном случае круто, потому что я смогу убивать апостолов Индии и еще круче распространять религию. Так, пошли дальше. Этим я просто хочу открыть территорию пока. И этим пошли дальше. Наверное, вот тут посмотрим, что. Так. Ахалкалаки. Так, давайте вот этого апостола. А, вот еще. Вот, давайте вот этого. Да ты хорошо сюда пришел, парень. Отлично. Теперь этого валим. Боже, как офигительно православие убирается. В Руставе, Тбилиси уже наоборот католицизм больше влияет. Кайф. Так, где у нас еще? Значит, апостол в Мцхете сидит. Я отсюда еще не... Ну, давайте вот так сделаем. Так. В Ахалкалаке уже католицизм. 54. Ну давайте какой-нибудь вот этого добавим, чтобы было 5-2. Значит, в Кутаиси мы тоже продолжаем нашу деятельность. Слушайте, я думаю, что я уже Грузию обратил в свою религию. То есть следующим ходом будет считаться, что Грузия католическая. Это оказалось, кстати, не так уж и сложно, как ни странно. Ну, дальше
Саису пойдем. Тем более, что Египет никаких апостолов явно делать не будет. Знаете, я тут добавлю. Подожди, сколько мы тут схете? 4-3, да, давайте. 5-2. 5-2, теперь. Ну, этих туда ведем дальше. Блин, вообще полностью здоровый опост. Наверное, вниз пойдет. Тут вот еще какой-то грузинский город. Надо бы его обратить. 4, давайте тут пройдем. Или все-таки идти уже к Египту? Ну, вряд ли. Ну, вообще надо глянуть, что тут. Потому что если там есть священное место, то город надо обратить обязательно. Чтобы... чтобы Грузия не могла апостолов делать. И если... Давайте еще глянем... Нет, вообще тут сейчас не будет хорошо влияние видно на города, потому что я тут новое обращал. Но вообще интересно, будут ли за выполнение вот этого кризиса, религиозная агрессия, будут ли... Так, в Тель-Авиве 5-2, Тбилиси 16. Давайте в горе. У нас еще два заряда. Надо куда-то распространять. Так, вот тут в Унсу точно работаем. Вот, тут у нас... Ну, этим надо, конечно, норвежских апостолов мочить. Потому что у него сила плюс 20. Смотрим. 4... 5. Да, 4. Так, теперь... теперь этого парня мочим. Подожди, где он? Ну, он же... Подождите, типа, тут он стоит? Еще плюс 250 католицизму. Так, Ратамагус стал католическим, Кенап стал католическим, Бибракс стал католическим. В общем, мне бы надо было Лахор обращать. Вот, собственно, вот этим мы и пойдем Лахор обращать. Он тут сейчас мешается своим влиянием. Я бы даже сказал, не помогает. Так. А вот этим... Ну, давайте поисследуем. Вот этими ранеными я, конечно, сейчас буду обращать города дальше. Собственно, вот этим давайте в Адуатуку. Оп. Минус, ислам. Слушай, а чей ислам я все время забываю? Немецкий, внезапно. Что-то не видно чужих апостолов тут больше. Потому что, ну и кельты, похоже, уже становятся католиками. Так. То есть у меня этим следующим годом. Сейчас вот мы смотрим, что у меня Грузия и кельты не под моей религией, а следующим ходом, судя по всему, станут. В Варшаве биржа завершена. Канализация тут точно не нужна. Пригород построен. Ну, давайте проект. Давайте логистику. Или нет, или в центре коммерции. Но я следующим ходом все равно заберу этого великого человека. Давайте тут исследовательские гранты. Друзья, тут точно я ничего не хочу построить? Точно. В Лодзе продуктовый рынок. Монумент. Канализация 15-21. Наверное, тоже не хочу. Давайте исследовательские гранты. Ничего не меняем. Можно делать покупку. Ну, 1000 пока не буду. Возвращаем лян в Быдгощ.
Так, Пенгалова в Вроцлаве уже. Зашибись. 19 из 23. Алюминий. Лечение. О, этот опять на 75% снижает влияние чужих религий. Ну, наверное, к Египту. Я считаю, что важнее Египет сейчас обратить, а потом уже оттуда вниз идти, тем более, что у меня тут кельты сейчас будут обращены. Тем более, что кельты будут обращены. Все в Египет. Все в Египет. Так, смотрим. Наверное, следим за грузинами. Во, уже смотрите, с кельтами уже улучшились отношения. Так. Арсакхас, Тамара. Эпоха Атома. Каменоломня плюс один. Это все фигня. Продолжаем защищать в Кракове город. Спутники продвинулись. Ну что, выглядит так, что типа нам засчитали как победу. Но дадут награду, видимо, следующим ходом все-таки. Спутники исследовали. Так. Что мы тут? Значит, вот этими ранеными мы обращаем город. Ну что, и нам дали деньги? Как бы у нас тут способность вообще-то, если первый раз обращаем город, то деньги дают, нет? Ничего не дали? Да, давайте посмотрим. Религия, Грузия обращаем. А кельты еще нет, кстати. Только Грузия. Слушайте, а что там, у кельтов дофига городов, что ли? О, вижу миссионера грузинского. Мне бы, конечно, вот этим атаковать. С другой стороны, этим лучше против... Почему сегодня не могу? А, потому что он у них считается как защитный район. Этим, конечно, лучше апостолов атаковать, а не миссионеров. Давайте я сюда встану и отсюда про... Так. Блин. Это жалко, я потерял... Ходы, конечно. Туризм по отношению к цивилизациям, которые идут. Ну, такое. В Кракове. Центр вещания, фестиваль на Театральной площади. В Быдгоще. Инвестиции в центр коммер. Давайте опять фестиваль на Театральной площади. Этого... Используем, он нам еще косметику дает. В Люблине исследовательские гранты. Ага, тут мы исследуем Индию. Ну, тут хорошие места у индуса тоже, почему нет? Апостол. Так, индульгенция. Опять же, этих попытаемся спасти. Этим сюда. Этого пытаемся спасти. Хотя я, кстати, этим бы пошел вот эти города обращать. Так. Продолжаем открывать... Открывать Египет. И где у нас... Вот он. Кабул. Ну, тут два заряда осталось. Ну, я бы, конечно, не Хен. Ну, или Саис хотя бы начал. Саиса, наверное. Но Кабул ближе. И у Кабула... Не, давайте, блин. Не, наверное, пошли сюда, в эту сторону. С Кирены, наверное, начнем. Так... На море я не могу или могу атаковать? Могу. Отлично. Еще минус к православию.
тройная в чужих цивилизациях. Вот этим давайте куда-нибудь сюда пойдем. Ой, как католицизм расползается по планете, прям любо-дорого. Прям захотелось на мессу сходить какую-нибудь. Так, вылечился этот. Ну, давайте, наверное, в эту сторону буду их отправлять. То есть, когда я закончу здесь, они просто поплывут в ту сторону, вот к Египту. Даже ближе, наверное, будет. Так, а вот эти ребята у меня в Индию направляются. Боже, какой хреновый тут поиск пути, господи. Крабиков. Сто монет. Сюда пошли смотреть. Тоже 100 монет. Ладно, давайте унцу обращать. И Кутаиси. Кутаиси обращено. Гори, Тела. Да, тут все уже грузинские города обращены. Стоит мне Аншантру? Я думаю... Не, Аншан уже нафиг. Тут точно он никак не повлияет. Кстати, а сколько я получаю науки? 117 науки уже от веры. Просто 117 это больше, чем четверть. Из 429. Так, этим городом, я думаю, этот апост... Хотя 5 из 2. Нет, кстати, может и не хватить. Давайте сюда подойду. Шедет. Ну, у Египта не так много городов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я не знаю, тут, по-моему, не стоит. То есть я бы попытался... Чисто вот самые большие. Шедет, Ракедет и Ахетатон. Они с этой стороны будут давить, а с этой стороны грузинские города будут давить. И мне не обязательно все города обращать. Сейчас я просто не вижу, есть ли тут еще город. Мне кажется, не должно быть. Апостол... Который сильный, этого давайте сюда перебрасывать. Который к теологическим бедам, потому что у Египта просто нету апостолов. У них даже миссионеров нету. Его явно Египет обратил и все. Табацкури. Озеро Табацкури. Снижает на 75%. Этим вниз плывем сюда. Меняем направление. Мне кажется, туда уже не надо. Вот этих двух должно хватить. Они туда направляются, пускай плывут. Все остальные... логистику в промышленной зоне давайте. Следовательские гранты продолжаем. 1500... Ну, надо там... Слушайте, я, наверное, заберу этого на... Ну, я на ракету... Я и хочу завод. Так, давайте уран откроем. Расщепление ядра. Улучшен. А, кстати. Вот сюда нам надо. В обязательном порядке. Просто сминая все на своем пути, в плотины несемся. Так, два хода. Тут еще постоим. Так, Лахор обращаем, да. Лахор я все-таки хочу обратить. Потому что он как-то вот тут в центре и на многие города будет влиять. Гори 6.4. Давайте обратим на всякий пожарный. И... Да, этим вниз поплыли. Тут будем, скорее всего, у норвежца высаживаться.
и снижать у него там влияние. Отрадно, что вы готовы признать мою верховную власть над всей планетой. Да пожалуйста. Ты, главное, католиком будь. Веселье. Мои действия соответствуют веселью. Если кому-то скучно, кто это смотрит, вы не правы. Вот мне Банза, как его там зовут, говорит, что безудержное веселье происходит на карте. Так, сколько ходов? Ну ладно, сейчас ход начнется. Глянем, сколько там осталось. Так, я получил награду, я победил. Влияние религии цели на ближайшие города резко усиливается. Просто резко. Ну вот я помню, мы смотрели 37, что ли, было. Ну, как бы так и осталось. Вообще-то. Может, следующим ходом. Все, мне кажется, апостолов у Китая больше не осталось. И забираем флотоводца. Так, что у нас здесь важного? Какие-нибудь апостолы бегают? Нет, не видно. Блин, тут не пройти. Во. Вот он. Фига как, насколько у меня сильнее апостол работает. Может, подождите, может это... может это влияет... Нет, не влияет. Я просто подумал, может, кризис повлиял именно на юнитов. 10 от религиозного союза, 20 от дискуссии и 5 от теократии. Так, окей. Слушайте, а у меня, кстати, фиолетовой карточки от теократии случайно нету сейчас? Наверное, она все-таки появляется, когда следующую эту принимаешь. То есть, если мне теократия... А, так все-таки в теократии плюс... Странно, так они обе работают. Вот это будет 0,5 веры на единицу населения в городах с губернатором. Вот это будет наследие теократическое. Так, тут обращаем город. Есть 10 уже католиков. Вот, и уже и кельт под моим влиянием. Ну, в общем-то, осталось у нас... 6 цивилизаций, да? Ну, еще 6 осталось. А это Египет, который, я думаю, будет легко обратить. Меня, кстати, на самом деле уже больше волнует Индия со Швецией. Так, убираем. И распространяем. Так, блин. Сложновато. Ну, с большим количеством городов сложновато. Мне бы, конечно, сюда с тройным этим, который, но... Я лучше пойду вниз. Так. Вот у меня только вопрос. В Хашуре есть ли... священное место. Если его нету, то мы его сможем проигнорировать, я думаю. Тем более, что тут такое влияние сейчас... А, так он уже все. Он уже католический, блин. Че это я? Вот я вижу апостола. Я парень простой. Вижу апостола, посылаю туда своего апостола. Так, вот этим надо... А, ну вот, собственно, тройной... Удар, вот это у нас апостол с тройным ударом. Вот этим еще проатакуем. И еще минус 250 к православию. Так, я думаю, смотрите, сколько городов еще раз у Египта проверим. Тут я хочу, вот с Египтом я не хочу все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Унцу я там обращу. Значит, мне надо 5 городов. Причем, наверное, унция это раз. 2, 3, 4,
Ну и, наверное, не Хен все-таки пятый. Чтобы они влияли. Потом они сами обратят эти Апу в 6 жителей, Кирена 5 жителей. Это они сами обратят. Хотя тут еще Кабул с Ватиканом такие крупные. На самом деле. Ну, следующим ходом писателя и художника получу. Наверное, даже музыканта еще получу. Инженер, торговец. Да, тут, конечно. Мне просто уже нечего строить в городах. Я даже сейчас просто ради интереса даже не буду пытаться строить космопорты, кампусы, вот это вот все. Так, тут тоже уже все завершено. Молитвы, обучение в военном лагере. Давайте логистику. Так, в Варшаве. Аквапарк готов. Инвестиции в центр коммерции. Канализация не нужна. Ну, продолжим. Инвестиции в центр коммерции. Люблин, исследователь. Ну, тут, наверное, даже можно как-то так в очередь поставить. Это вроде ничего не открывается, что строить. И тут тоже. Хотя можно торговый центр построить. А с другой стороны, зачем? Хотя у меня уже не хватает угля на поддержание всех моих построек, например. Так, тут усталость от войны убираем. Тут идем холмик обработать. Так, ну куда отправим? Давайте в Адуатуку тырить техи. Мне кажется, там у них что-то есть. Ага, вон. Вижу апостола. Могу ли я его проатаковать? Похоже, нет. А, я этим уже ходил. Ну, давайте тогда сюда подойдем. Этим апостолом. Да, все, тут города больше нет. Ну, обращаем Шедет. Есть. Так, почему не могу тут ход пропустить? Прикиньте, не могу ход пропустить. Только на отдых могу поставить. Прикол. А, тут уже все обращено. Идем вниз. Так, здесь у нас начинается кельт. Ну, в общем, у меня по-хорошему вот прям остались 4 цивилизации, если прямо так говорить, то это Германия, Норвегия, Швеция и Индия. То есть я, у меня туда ничего не отправлено, я их не обращаю, плюс еще швед тут что-то с моим инком делает. А да, блин, тут и индус что-то с инком делает, пока я тем континентом занимался. Поэтому все не так уж и радужно. На самом деле. Я, знаете, я у Лахора просто уберу православие, не буду его дальше обращать. Так, поплыли вниз к норвежцу. Таиси. Да, к Таиси тоже можно уже не трогать. Тоже поплыли вниз. Могу ли я до этого добраться? Нет. Тогда продолжаем территорию открывать. Так, а кельт воюет с немцем, да? Угу. Ну, не выглядит так, что кто-то кого-то забирает. Так, 8-4, 3-2... Вот сюда бы я пообращал Самарабриву.
Этим мы плывем к норвежцу. Этими апостолами. Этими плывем к индусу уже. Так, кто-нибудь видит его апостолов? Нет, я не вижу. Ну, его апостолы там обращают города инка. А тут у него десант высаживается в тылу. Два раза больше может распространять. Вот, я вижу его апостола. Пришел китайский... Ух ты! А что он тут делает у меня в городах? Ну, я не знаю, это, по-моему, без шансов тут что-либо. Ну, конечно, он убьет меня, возможно, этого апостола, но, в принципе... Куда он тут вообще взялся? Если, чтобы свои обратно возвращать. Прикол. Так. Наверное, к Нихену давайте... И тут я получаю дополнительное агро, кстати, вон я смотрю, в иудаизм обратилась. Причем, походу, сама через давление. Я хорошо вижу, что скрывается за вашими льстивыми речами и подачками. Вы хотите, вы стремитесь к власти над всем миром и хотите, чтобы остальные страны добровольно с этим согласились. Да, именно так. Как он меня видит, как он меня знает, вы смотрите. Наверное, вот он стал католиком и сразу стал понимать. Опа, Египет осудил меня. Не успел я ее обратить в свою религию, чтобы она не осуждала. Ничего Китай не сделал своими. Да, я вот тут хотел рыночную экономику поставить. Пожалуй. Давайте посмотрим. Может, вместо бонуса... Ну, просто мне уже производство некуда девать, честно говоря. Я не знаю, что с ним делать. Поэтому я бы поставил... Где тут? Вот. Ваши международные вот этот рыночный экономик. Давайте посмотрим, насколько увеличится. По идее, как минимум на 24 должно. То есть 455 должно стать. Да. Так, тут забираем писателя. Норвегия объявила дружбу с Грузией. Окей. Фивы отвалю... Фивы Германии? А, не... Египет тут... тут Фивы — это египетский город, очевидно. Поставил город, зашибись. И Дурмутик Инком — это вавилонский город. Окей. Так, что у нас? Инки перестали быть католиками, видите? Ну ничего, это вот это как раз меня не особо пугает. Практически ваншот апостола. Блин, жалко, не могу добить. Так, что у нас в Египте? Значит, этим я хочу в Ракидете убрать все религии и распространить свою. Так, а увеличилось ли все-таки влияние, наконец? Ну, было 30... Я не знаю.
я не вижу, чтобы как-то увеличилось влияние, вот, то есть был выполнен кризис, где у нас активные эффекты, или это не здесь показывает. То есть кризис выполнил я с Сианем, я в нем победил, но, честно говоря, я не чувствую, чтобы у меня влияние религии сильнее стало. Малое поражение у нее. А, у нее 15 священного места. Ладно, тогда не будем атаковать пока этого апостола. Фух, Египет. О, Шедет за один ход перестал быть. Но его надо держать. Я считаю. Так, тут уже некуда апостолам встать. Восемь, два, два, два. А, он просто уменьшилось количество, ладно. Так, и где у меня идет... Так, вот этим добиваем православного апостола. Грузия вообще вся в католицизме. Давайте смотреть количество городов. Значит, Польша 55 городов. Индуизм 8, даосизм 3, протестантизм 5... Православие 10, кстати, все еще держится. Но самое большое, очевидно, ислам и иудаизм. Причем иудаизм даже важнее получается. Так, Китай тоже весь в католицизме. Блин, куда тут апостол свалил? Где-то тут был. Мари католическая. А у меня Самарканд или... Помню, Наска хотел, чтобы я обратил его. Только вопрос, надо ли мне это? Обращение в веру, да. Самарканд не хочет. Надо ли мне Наску обращать? Вот по-хорошему. Ну, остался тут вот даосизм. И что? Как это мне помешает? Я бы уже, наверное, шел вот сюда, к инку. Чтобы мешать... Да, ну... Не может оправиться Китай, в принципе, никак. То есть это он только если у него где-то там сохранились... Слушайте, подождите, а он ходит... Да, это даосистские апостолы. Хотел просто... Думал, может, это уже мои апостолы, мои религии. Но нет, это даосистские. А где тут еще был апостол? Вернулся в свой город, наверное. А, вот он. Вот два даосистских апостола. Что они делают? Что Китай ими делает, непонятно вообще. Продолжим театральные. Хочу идеологию открыть. Идеология никак не ускоряется, но дает хорошие карточки. На соседство сразу и кампуса, и промышленной площади. Так, инвестиции в центр коммерции. Теперь логистику промышленной зоны. Или все-таки этого торговца я хочу? Этот торговец тоже прикольный, на туризм влияет. Но я, правда, конечно, тут туризмом не победю, тем более тут впереди этот, но... Торговца я хочу хотя бы, чтобы, собственно, Конго его не забрало. Давайте делать. Так, значит, этими я решил уже к инку отправлять. Всех. Now, my dears. Чё я тут? Вон там рыба, да? Блин, а что-то уже денег дофига. Собственно, я могу уже все... Да, могу, конечно, все здания за деньги покупать, но мне нужна морская плотина, которую я как раз построить должен, а не купить. Этот к Нихену. Тут Унсу есть католицизм, этого к Нихену. Давайте мы тут подождем, наверное, пока вот прибудет тот апостол, который уменьшает в 3 раза религию.
Так, а этим вниз идем. Территорию открываем тоже. Вообще, можно было бы спутник запустить, чтобы полностью территорию уже открыть и видеть. Мне что-то кажется, что я быстрее апостолами это сделаю, чем... Так, всегда проверяем, что тут нету других апостолов. Ага, вот он. Есть другой апостол. Чтобы их побить. Так, а у меня тут к силе нету никого. Ага, еще и этот есть. Это прикольно. Будем их тут ловить. Так, давайте встану. Чтобы они не избежали католического гнева. То есть тут можно только через речку перейти и все, максимум. Так, все, унсу мы обратили. Сюда этими апостолами идем. Вообще уже 3000 веры накопилось. Можно еще апостолов поднакупить. Ой, слишком далеко прошел. Сюда надо было. Так, а вот куда делся? Тут был апостол. Нет. Я думал, куда-то сюда отступил. Ребята плывут. С другой стороны начнут Норвегию обращать. В Познане исследовательские гранты. Канализация тут не нужна. Если бы канализация еще какую-нибудь еду давала, кроме жилья, можно было бы взять... Исследовательские гранты. Ой, сейчас тройное убирает. А, это тот, который я подвинул, ладно. Стоим тогда. А, нет, все-таки их два тут. Ладно, пойдемте вот этот вниз. Мне кажется, там с Египтом одного достаточно уже будет. Я просто уберу в Ракидете, Шедете и Нихене. Ну и возможно... А, в Ахетатоне еще надо, да. Не пойму, ему нравится, что у меня мало, или нравится, что у меня много? Ну, у меня, кстати, больше силы, чем у кельта. Так, у нас тут несколько апостолов. Как это их лучше мочкануть бы, а? Так, во-первых, у меня несколько апостолов заточенных на силу. Давайте я как раз вот скорее сюда проплыву этим. И тут буду высаживаться. Этим я... Вот так пройду. Здесь. Ну, здесь, наверное, уже на Дели влиять начнем.
А здесь на агру. Блин, хотя там могут эти прийти апостолы шведа. Ну тут очевидно, вот агра, как я говорю, сама по себе. Это не швед обращал ее апостолами. Я, кстати, не понимаю логики действий Индии и Швеции, что они апостолов всех к инку отправляют, честно говоря. Вообще не могу понять. Может, они как бы хотят поддержкой инка заручиться? Так, это... Сейчас, подождите, к кому относится вот эта клетка? Все правильно, к Легнице. Это клетка Клодзи, и ее, собственно, можно не обрабатывать, потому что четвертый раз можно просто вырубить крабов там. Почему компьютер хочет через сушу отправлять этого рабочего, не представляю. Так, следующим ходом нам надо будет везде делать... плотины. Не, пускай стоит лечится. Он все равно не может уже этими апостолами ничего сделать, по-моему. Так, этого художника мне некуда, да, отправлять? Не, вообще я могу, конечно, переставить реликвию в храм. Не, пускай будет. Мне кажется, меня какого-нибудь апостола да убьют. Скоро. Так, вот эту рыбу надо... А, еще две даже рыбы можно обработать. В гнездо. Кстати, давайте я в гнездо куплю какое-нибудь здание. Как минимум амбар и канализацию тут можно купить. И, кстати, и верфь с морским портом. О, у меня все равно денег тоже дофига капает. Я не знаю, что с этим художником делать. Хай тут сидит. Вообще не нужен художник мне сейчас. Так, на кого нам тут влиять? Ну, видимо, дальше надо плыть. К этому Сарпсборгу сложно пробраться. Что вот тут делает индусский апостол? Хочу спросить. Кто разбирается в индусских апостолах? Объясните, что он тут делает. Приплыл в Норвегию обращать? Такой, знаете, плывет, у него перед носом высаживаются католические апостолы. Такой, ну ё-моё. Ну как так-то? Есть 100 монет. Так, теперь сначала я смогу вообще проатаковать? Нет, не смогу, значит, этим атакуем сначала. Так. И так. Минус православие. Теперь так. И так. Минус протестантизм. И везде плюс католицизм. О боже, католики обмазываются апостолами. Так, давайте этого отправим Лизье обращать. У нас закончился союз с инком. Военный, я помню, у нас был. За который он мне еще и платит. Вообще, инка никто не любит, кроме меня. Так, у меня еще ресурсы есть. Кстати, надо тоже посмотреть, с кем поторговать. И Китай. Достойный друг, я тоже считаю. Знаете, культурные. Не хочу, чтобы что-либо отваливалось. У меня вдруг... Хотя я сразу золотой век выхожу. Принято. Смотрим ресы. Могу ли я с кем-нибудь поторговать? Красители... Красители с галом. Давайте... И, кстати, янтарь тоже. И ртуть тоже. И мед тоже. Вот так давайте. Раз. За один ресурс готов? Ну, кто я такой? Может, ты мне еще и заплатишь сверху тогда? О. Нормально. Так. Цитрусовые у Вавилона. Так, он только хочет...
Так. И... Что-то еще вид... А, это, по-моему, у шведа 2, да? Так, да, у шведа... У шведки оливки. И все, собственно. Ну, нормально. Нормально. Как у нас тут религия? Шедет, ракедет. Все распространяем. Готово. Так, тут у нас вот этот идет к... Может, к Саису его пока? Блин, а что такой странный путь? Блин, а что тут мешается уже? Было ж меньше ходов требовало. Ой, блин. Так, 8, 3, 2, 10, 7, 2. Так, нормально. Нормально. Тут мы апостолов мочканули. Два заряда. Ну, давайте Наску попробуем. Там 9. Да надо ли, с другой стороны? Как бы пофиг, на самом деле. Ну, задание, конечно, на одного апостола. Мне достаточно того количества апостолов, который там и так сидит. Поэтому поехали-ка мы... И инков обратно возвращать в лоно истинной католической церкви. Унса обращена. Так, этот у нас вниз идет. Может даже лучше плыть. Да, это быстрее реально будет. Отрезать губернатора и диверсия на производстве. Нет, давайте найдем источники и будем технологии воровать. Проверяем, что там у нас с наукой. Не, они даже пока не открыли вторую теху на улет. Никто. Шедет, ракедет. Давайте в ракедете... Еще парочку. Просто 11-7. Видите, тут атеизм у нас главный соперник на самом деле. Вообще, мне кажется, вот этих апостолов 4 хватит с этим, который тройной и снижает. Так что этих тоже можно плыть уже к немцу. В принципе. Тут пропускаю пока ходы. Логистика промышленной зоны. Давайте судоходство в гавани. Не знаю, этих великих людей уже просто по-хорошему девать-то и некуда. Лояльности в городе дает. Так, эти я все... Так, тут на рост тоже переключим. Тут я все поправил уже. Два раза больше религию может распространять. Подумаешь, способность, да? Что тут, просто такие вот горы и все. Да, не очень удобная территория для перемещения. Да, пойдемте к Саису. Я этого использую, этого и... А, блин, я же хотел апостолов еще. А, ух ты, а что ты меня кельта судил? С чего бы? Надо глянуть, что-то ему не нравится. Хотя мы одной веры с ним. Че это он? И кто-то войну объявил. А, фу, город-государство. Фу. Я уж подумал, кто-то из этих ребят. Дополнительного шпиона. Вот мне, конечно, морская плотина нужна. Так. Почему кельт ко мне так не очень? Неизвестно ведь, дружба с врагом, союзник с врагом. А, ну и куча претензий ко мне. Ладно, я понял.
Но давайте займемся плотинами. Четырнадцать ходов. Что-то тут долго плотина. Так, я тут что-то залочил случайно. В Кракове. Нет, нужна, слава богу. Ну, мало ли на озере, знаете. Есть плотина. В Быдгоще, наверное, тоже не нужна будет, да. В Люблине нужна. И в Познане нужна. Так, вот это главное. Это я все сейчас сделаю. И, собственно, у меня дальше никаких проблем по игре не должно быть. Откроем ядерку. Откроем термоядерку. А уран-то у нас... Слушайте, уран... У меня, кажется, урана нету. Я бы... Я же хотел... Я же хочу я закидать ядром кого-нибудь. А у меня урана нету, да? В Швеции, в Индии, у инка, у грузина, у Конго. Да. Как бы, к сожалению, без шансов. Ладно, я подумаю, может, кого-нибудь захвачу. Чисто ради ядерки. Музыкант и инженер. Может, мне хватит уже на театральной площади делать проект, потому что тут просто... Мне уже некуда шедевры будет пихать. Блин, не добежал. Так, тут я хочу... 4 довольства. 3... 4. Господи, так у меня тут просто так... Вот что это за управление такое в игре? Почему мисклики на залочивание происходят? 4, господи, да мне тут просто даже негде эту фигню использовать. У меня везде зашкаливающее... Ну это ж экстаз, да? А, так это счастье только. Надо экстаз вообще сделать. Мы хотим обращать города, и мы будем это делать. И нам всякие индуисты не указ. Вообще у вас тут апостолы слабоваты в своих догматах. Еще один святой город обращен. Мадурай, кстати, за счет убийства апостола обратился в католичество. Приятно вот нести свет истинной веры, конечно, на производство. Диадун к Конго отваливается. Не ко мне, потому что у нас культурный союз, блин. Ну, это опять этот глюк странный. Ладно. Убрали треть. Убрали треть. Подождите.
На 75 снижает, что-то как-то мало он снижает. Как-то хреново тут апостолы работают. Мне что-то не очень нравится. Слушайте, давайте этого тоже пускай плывет, он быстрее так доберется. Блин, этот миссионер мешается здесь, честно говоря. Зугди, кстати, а Египет еще не стал под мою религию? Нет, пока. Это вопрос буквально пары ходов, на самом деле. Слушайте, что-то... Какая-то хрень. Вот это распространение религии на 75% снижает влияние других религий в выбранном городе, такое ощущение, что перестало как будто работать. Это работает. Да, опять странно, слушайте. Наверное, надо Ахетатон так обращать уже. Сколько тут? Ноль, да? 10-0. О, 4 апостола Ахитотон, обычных апостолов без каких-либо усилений, обратили. Так, в Кирене уже само собой снижается. Но мне кажется, Нихен и Саис я обращу, и все. И можно валить. Давайте в Нихене потихоньку. В общем-то. Нет, тут... Убьется мой апостол, поэтому пошли. Главное, миссионер не может атаковать, кстати. Поэтому можно спокойно рядом с ним ходить, на самом деле. А с другой стороны, я бы и не против, чтобы мне какого-нибудь апостола убили. У меня там еще один... Слот под реликвию простаивает. Так-то. Так, фестиваль в Быдгоще завершен. Опять нечего делать. Не знаю, ну нафига мне еще фестивали? Давайте инвестиции в центр коммерции. Что там у нас? Кстати, тоже хороший ученый, скорее всего, я заберу. Так, надо бы мне поднакупить на 75 влияние других этих религий. 9. А, 6 стало. Ну, ладно, тогда прилично. Тогда ладно. Это уже выглядело норм. Так, надо поднакупить еще апостолов. Сколько уже стоит? 535. 5, наверное, только 6 смогу купить. Наверное, даже в Кракове. Ну, потому что я это к индусам и шведам. Не, слушайте, 7. 7 куплю.
Ну и сейчас мне Грузия объявит войну, я уже не боюсь. Сейчас посмотрим, сколько, сколько я науки с религией буду иметь. А, не, эпоха Атома. Ну, раз началась новая эпоха, то, видимо, серия эта закончится. Такая, я думаю, довольно медленная она была. Только давайте я политический курс поставлю. Вот это я, наверное, уже уберу, довольство. А соседство кампуса и промышленной зоны поставлю. Что тут еще открылось? Право прохода со всеми городами и государствами нафиг надо. Тоже нафиг надо. Подтверждаю. Продолжаем, продолжаем. Я победил еще и во всемирной выставке. 100 очков великих людей во всем великим людям. Это можно на... Ну, короче, всех великих людей плюс 100 очков мне дали. Ученый, торговец. Хотел науку посмотреть. 152 науки. Блин, кайф. Треть всей науки у меня идет чисто от обращенных городов. Да, на огромной карте вот это верование хорошо работает, если вы уверены, что вы будете вот прям распространять религию. То есть я, собственно, второй по науке, как вы видите. Только куда-то улетающий Конго прям рвет и мечет. Но у него и кампусы нормальные стоят, потому что у него есть горы от инка. Ладно, в любом случае, продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!